Привет, ребятули! С вами дядюшка Алишоу, и сегодня я подготовил новую бомбезную подборку самых крутых вещей с сайта AliExpress, которые точно вам понравятся, это я обещаю. А также обязательно смотрите до конца, в конце у нас конкурс на новенький смартфон от компании Samsung. Любой из вас может выиграть его бесплатно. Ну а теперь, ребят, хватайте что-нибудь вкусненькое, присаживайтесь поудобнее и не забывайте поставить свой царский лайк. И погнали! Это, пожалуй, один из самых странных держателей для карандашей, что я когда-либо видел. И кому только взбрело в голову такое придумать. Надеюсь, это просто я что-то не так понял. Не почувствовал, так сказать, фишку. Однако, одно мне известно наверняка. Дарить такой аксессуар детям точно не стоит. Суть в том, что карандаш вставляется в... Хотя, впрочем, вы и сами все прекрасно видите, правда? Что ж тут объяснять? Кроме того, процесс сопровождается странными звуками, которые тоже лучше не слышать. К сожалению, наш мир сам по себе очень опасен. Даже собачка, которая на первый взгляд может казаться совершенно безобидной, способна напасть и нанести серьезные травмы тому, кто желает ей помочь или просто приблизиться. И чтобы защититься, не нанося вреда животному, придуманы специальные ультразвуковые отпугиватели. Эта маленькая коробочка станет настоящим спасением для людей, которые не мыслят своей жизни без путешествий. Два встроенных динамика издают разнообразные ультразвуки, которые отпугнут даже самую большую и агрессивную собаку, ведь для ее слуха это подобно внезапно загудевшему рядом с нами поезду, а мощный фонарик создаст дополнительный раздражитель, что заставит убежать, поджав хвост даже разъяренного волкодава. Но этим полезные функции устройства не ограничиваются, ведь оно умеет еще и позвать на помощь, если в беду попал его владелец, а также охранять личные вещи во время путешествий. Для этого необходимо подключить к устройству специальный кабель и переплести его с ручкой сумки. Если кто-то в ваше отсутствие попытается покуситься на вещи, прибор издаст тревожный сигнал, который на этот раз отпугнет уже двуногого воришку. Наверняка у каждого в школе или в институте просили ручку. И согласитесь, несмотря на всю доброту, иногда это попрошайничество все же надоедало. Я долго думал, как же с ним бороться. Оказывается, ответ был на поверхности. Ручка – боксер, вот что нам нужно. Зачем? Надавать ей попрошайки, хе-хе. Ладно, это как обычно мои шутки. Бить никого мы не будем, а вот поиграться с ней можно, особенно если у друга будет такая же игрушка. Только непонятно, с каких пор Дональд Трамп стал боксером. А на очереди у нас болт, самый обычный золотистый, в комплекте с ним идет и гайка. Что ж, полезная вещь, когда нужно что-нибудь починить. Опять повелись? Эх вы, столько лет уже вместе, а до сих пор клюете на мои уловки. Конечно же, болт необычный. На самом же деле перед вами небольшой инструмент для очень эффективного фокуса, которым можно удивить даже самых невпечатлительных, продемонстрировав им свою суперспособность по откручиванию гаек. В чем же секрет? Узнаете в конце ролика. Это умная колонка Divum Timebox Evo, главная фишка которой является пиксельный дисплей. Для управления музыкой и смены режимов предусмотрены 5 клавиш, расположенные на верхней грани колонки. Используя фирменное приложение, пользователь может менять картинки на экране, а также добавлять на него полезные данные, например, текущее время, погоду или заметки, чтобы не забыть убраться дома. Колонка совместимая с iOS и Android и способна работать до 6 часов от одного заряда, благодаря емкому аккумулятору на 2500 мАч. А это очень классная интерактивная игрушка для кошечки, которая не даст заскучать во время отсутствия хозяина. Скажу даже больше, как только она появится в вашем доме, внимание обитателя будет полностью сконцентрировано на ней. Все дело в небольшом оранжевом шарике, который так привлекает ушастых. Игрушка будет всячески сопротивляться, крутясь или убегая от маленького хищника, но он ее наверняка так просто не отпустит. Для работы устройства не нужны батарейки или подзарядка, фишка в раскачивании. Не знаю, как вы, но я считаю брелок отличным памятным подарком. К тому же, если он будет интересным и оригинальным. Например, что вы думаете по поводу топора? Как по мне, для мужика самое оно. И да, рубить с его помощью дрова хоть и не выйдет, зато бутылки с холодненьким бодрящим напитком можно открывать. Надеюсь, все догадались, о каком напитке идет речь. Ведь фишка изделия не только в дизайне, но и в наличии открывашки. Я всегда твердил, что безопасность на дороге превыше всего, особенно это касается велосипедистов и мотоциклистов. Например, у многих велосипедистов отсутствует такой важный инструмент, как зеркало, а ведь оно отлично помогает контролировать ситуацию на дорогах. И чтобы решить этот вопрос, какие-то гении придумали портативный вариант – ручное зеркало заднего вида. Его можно установить под любым углом и движениями руки регулировать положение во время езды. Такая вот удобная штучка.
Лето — это отличная пора, чтобы попробовать себя в чем-то новом, испытать острые ощущения. И, пожалуй, одноколесный электрический скейтборд One Wheel GT с этой задачей справляется на ура. На нем можно развить максимальную скорость, составляющую 32 км в час, и проехать на одном заряде до 52 км. Кроме того, One Wheel GT предлагает уникальный формат езды, при котором управление бордом зависит от переноса веса нашего тела вперед-назад или в стороны. Например, чтобы затормозить, нужно слегка отклонить корпус. Как отмечают эксперты, широкое с закругленным профилем моноколесо отлично подходит для карвинга, техники катания, при которой мы можем совершать S-образные повороты, характерные для сноуборда и лонгборда. В покупке пользователю предлагают выбрать колесо с гладкой шиной, подходящей для города, или с протекторной для бездорожья и скользких мокрых дорог. А это суперфутболка, главной фишкой которой является способность отталкивать жидкости. Да, это означает, что пользователь может вылить на себя хоть целую бутылку газировки и ничего не произойдет. Разве что появятся маленькие едва заметные пятнышки, с которыми на раз-два справится обычная вода. Облили себя еще раз и футболка как после стирки. Так что не страшно, если на вещь капнет кетчуп, горчица или другой соус. Оттираются они не сложнее. Так что если вы не особо аккуратный человек, такая вещь вам точно пригодится. Или как вариант она пригодится тем, у кого есть маленькие детишки. На очереди незаменимый прибор при выполнении строительных и столярных работ или резки по металлу. Применяется для измерения предметов различной формы. Необходим при укладке плитки, ламината, проверке размеров, формовке и других назначений. Значительно упрощает задачу, если вам необходимо повторить контур сложных элементов. Следующая находка станет настоящим открытием для путешественников и любителей отдыха на природе. Это компактная складная плита GoSun, устройство, использующее солнце для приготовления пищи. Но это не говорит о том, что оно очень полезно исключительно летом. Зимой на плите тоже можно готовить. Главное, чтобы было солнышко. Говоря о блюдах, в голову сразу же напрашивается рыба, овощи или мясо. Так сказать, база. Сам проверял, шашлык получается вкуснейший. Кроме того, плиту можно использовать вместо чайника, чтобы вскипятить воду и заварить кофеек. Устройство состоит из жесткого корпуса, изготовленного из нержавеющей стали, которая раскладывается как книжка. Внутри расположена цилиндрическая трубка со вставным лотком для еды, а также две металлические зеркальные пластины. Они изогнуты так, чтобы направить как можно больше солнечных лучей в сосуд. Многие хозяева балуют своих мурлык кошачьей мятой. Она действует как натуральное средство для улучшения настроения. Эффект выглядит довольно необычно, кошка становится более игривой и очень ласковой. Она также может кататься по полу, скрести лапы или тереться мордочкой об источник запаха. Иногда животное может прыгать и резвиться, бегая из комнаты в комнату, словно преследуя невидимую добычу. Кошачья мята обладает непродолжительным действием, но и предлагать ее часто не стоит. В Китае можно встретить так называемый мятный шарик, который очень напоминает круглую помадку. Он крепится к любой поверхности с помощью двустороннего скотча и дает котику возможность себя полизать, подняв настроение. А это устройство предназначено для защиты дома от незваных гостей. Оно представляет собой дверную сигнализацию, очень похожую на кусачки для ногтей, на установку которой уйдет не более 10 секунд. Работает следующим образом. Как только кто-то попытается аккуратно пробраться в ваш дом или комнату и хоть и чуть-чуть приоткроет дверь, устройство среагирует и раздастся звуковой сигнал с уровнем громкости 120 дБ. Поверьте, проснется от него даже медведь в спячке. Обратите внимание, сбоку регулируется чувствительность, а то вдруг всех поднимет на уши не злой воришка в маске, а питомец, который всего-то решил подкрепиться. Я так до конца и не понял, для чего нужна такая баночка, но есть предположение. По сути, это горлышко от бутылки, прикрытое с двух сторон крышками. Назвать вещь интересной лично я не могу. И в этом ее главная фишка. В такой баночке можно спрятать ювелирные изделия, когда вы оказались на пляже. Ведь согласитесь, вряд ли кто-то поведется на крышку от напитка. Внутри достаточно местечка и для бумажных купюр. Так что вот вам необычный тайничок и гарантия, что любопытные варвары не станут лезть к вашим вещам. А это беспроводная колонка, созданная специально для любителей устраивать сольные концерты в душе. Она совершенно не боится воды и может устанавливаться прямо под источником. Только вот нырять с ней, я думаю, не стоит. На ярком корпусе расположены кнопки управления, отвечающие за включение, паузу, регулировку громкости и ответ на входящий вызов. Встроенного аккумулятора хватает приблизительно на 6 часов прослушивания. Громкость хорошая, да и звук, на удивление, приятный. Здесь у меня классная штукенция для машины, которая не только освежит, но и украсит салон. Она работает от солнечной батареи. Когда на освежитель попадают лучи, сфера вместе с кольцом начинают вращаться, что смотрится очень залипательно. Мне это напомнило что-то космическое, быть может, какую-то планету. В темноте же все прекращается. При оформлении заказа можно выбрать не только оттенок, но и запах.
А теперь вернемся к секрету фокуса. Все очень просто, как я уже сказал, болт не совсем обычный. У него снимается шляпка, под которую предусмотрено местечко для батарейки. Эта батарейка, в свою очередь, приводит в действие микродвигатель, находящийся в корпусе болта и создающий вибрацию. Именно эта вибрация и приводит к откручиванию гайки. Но это еще не все. Чтобы запустить двигатель, вам необходимо коснуться корпуса магнитом. Магнитик тоже идет в наборе и очень удобно скрывается на пальце при помощи скотча телесного цвета. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Евгений Исаев. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока!